Здорово, Мавк у микрофона, и сегодня я собрал 6 реакций на выпадение M416 ледник в PUBG Mobile. Было реально сложно найти прикольные и интересные реакции, так как большинство видео на ютубе, где люди выбивают M-ку ледник, они просто под какую-то музыку. Вот реально, почему людям так сложно попробовать озвучивать видео во время открытия? Ведь если реакция получится прикольной, то я думаю, что и просмотров на видео будет побольше, да и подписываться на канал после таких роликов начнут больше. А если видео просто под какую-то музыку, то тут никакого интереса нету. Ну да ладно, друзья, сегодня, как я сказал ранее, покажу вам 6 реакций, которые мне показались интересные, и давайте не будем медлить и начнем. Кстати, фаст конкурс. Среди тех, кто подпишется на канал, поставит лайк и напишет комментарий, рандомный человек получит 325 UC. Всем желаю удачи, ну а теперь мы точно начинаем. Итак, давайте начнем с такой простой реакции. Давайте 10 кейсов откроем по одному. Давайте попробуем. С пропуском анимации. Так, второй. Третий. Блин! Это случилось. Это реально случилось. Это реально случилось. Не зря это все было. И вправду не зря. Дальше начнет реакция от OnTop. Если быстро скипать, может игра подумает, что ты мажор какой-то. Не буду выдавать хорошие скины. Хотя это еще одна смешная какая-то тактика. 32 купона остаются у нас. Если мы это все будем подытоживать, пока что, ну, по легендаркам неплохо. Вау, еще один головной убор. Жалко, что это не костюм все-таки. Ну и... Ебой! Серьезно? Это первый ледник, который я выбил где-то за года два. И он выпал по одному кейсу. Боже, это просто 100% лайк этому видео, парни. Охренеть. Согласен, это 100% лайк, поэтому если ты еще не сделал этого, то жми на кнопку лайка и подписывайся. Следующая реакция прям вообще прикольная, и давайте на нее посмотрим. Лен! Да ну нафиг! Да ну нафиг! Блин, ну кто ждал? Я не ждал просто, я не ждал. Лоу. Я не ждал просто. Ой, понимаю. Дальше реакция тоже мне очень нравится, и она от моего старого друга и коллеги по цеху Бобра. Нравится мне эта реакция тем, что ему упало два ледника, и люди не могут выбить один, а он тут сразу два выбивает. Окей. Многие меня, кстати, вчера ругали под роликом, да, то, что я не радуюсь... Да! Обалдеть! Как я, ребята, рад! 240 кейсов еще остается, и мы выбили эмочку. Так, где она? Вот она! Как это круто! Как, ребята, это круто! Продолжаем. Все, больше не буду так делать. Больше с пропуском я не буду открывать. Это случайно было. Прям случайно. Чё? Два, ребята, ледника упало! Упало два ледника! Серьезно, это впервые такое мы на канале, чтобы упало два ледника подряд! Ну не подряд, а за одно открытие! И по итогу ледник обменялся на три материала еще. Ребята, два ледника, вы понимаете, насколько это жестко? Мы выбили два ледника. Понимаем. Далее у нас идет реакция от DreamPUBG. Очень сильно хочу скин на микроавтобус, давай! И... Да ладно, серьезно? На, серьезно. Да ладно? Ледник, я не верю своим глазам, серьезно? Второй ледник на моем аккаунте, я прокачаю его до фула. Да ладно? Я не зря копил эти купоны, ребятки. Ледник, я вообще не ждал его. Да, наверное, никто не ожидал. Прикольная реакция получилась, и последняя реакция на выпадение ледника в мобильном PUBG также от Бобра. И она прям мне нравится больше всех. Вот реально, как Бобр радуется выпадению ледника, наверное, никто не радуется. Так, хорошо. А, блин. Я... Что? М-ка-ледник! М-ка-ледник! Обалдеть, ребята! Это жесть! Это просто жесть! Я сейчас скину ему скрин сразу, просто делаю скрин. А еще забавно то, что у него день рождения 3 августа. Обалдеть! Вон написал отпад.
Еще больше меня забавляет реакция подписчика, просто отпад и улыбка. Ну ладно. Вот такое, друзья, небольшое видео к вам залетело. Если оно вам понравилось, то, пожалуйста, поставьте лайк. Также подпишитесь на канал, ведь вам не сложно, мне будет очень приятно. Спасибо всем за просмотр. Также ставьте лайки, пишите в комментариях, хотите ли вы вторую часть подобного ролика. Будет реально интересно узнать ваше мнение. У микрофона был Мавк. Всем удачи и пока.